Привет, милые мои девочки, мальчики. Видите, какую булочку я делаю? Вот, видите. Сейчас мы будем пробовать вот эти тут духи. Вот. Ой, не духи. Духи не... Это не духи, а этот, как одеколон, туалетная вода. Вот. Вот. Риадр какой-то, риадр, друзья. Сейчас побрызгаюсь. Аромат вкусняшка. Ой, неправильно. Надо вот, знаете, вот, как вот. Ой, так вот, видите. Ой, девочки, мальчики. Как я хорошо пахну, да? Друзья. Прическа супер. Ладно. Дверь надо поменять обязательно. Друзья, вот эту дверь вот буду менять. Вот. Ладно, милый мой. Ну, теперь всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. Все, пока. До свидания. Ребята, что я купил сегодня? Вот. Молоко вот такое купил. Вот оно, 40 рублей. Вот такое молоко. Купинское наше, новосибирское. По 40 рублей. Потом купил я вот эти вот бублики. Бублики купил. Бублики. Да. Ну, за 30 рублей купил. Хорошие бублики. Бублики. Маня такие не любит. Потом что я купил? Вот она, Маня. Глаза темные. Вот, сверкач. И купил вот такой вот хлебушек за 21 рубль. И купил я сегодня еще сливу. Вот такая слива. Короче, в ленте. Вот такая вот спелая. Спелая слива. И я отдал за нее, то есть килограмм она стоила 44 рубля, вот, друзья, килограмм. Вот, итого я вот, 32 рубля отдал. Короче, где-то 150 рублей я за все вот это вот. Не считаю лака. Вот. Ну, а на этом все, милые мои. Всем пока. Будем кушать бублики. Именно бублики. А так сушка. Сушка Никитич. Бублики, бублики. Всем пока. До свидания.